Ну, посмотрим. Любопытно. Дом полностью разрушен, но магический круг выдернул. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Аэрамусу? Фу, как же здесь воняет. Запах старого сыра. Похоже, Аэрамус был тиромантом. Из чего Аэрама сделал этот чертов сыр? Лучше быть повнимательней. Сыром? Вот весь мир посмеется. Ничего хуже я уже не встречу.
Надо рассказать Ландерту, что у туманников иммунитет к запаху старого сыра. Иди, иди сюда! Что ты здесь делаешь? Место похоже на сокровищницу. Надо осмотреться. Магический барьер все еще действует. Нужно его как-то отключить. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Барьер отключен. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его Эмменталь. Thank you.
Что? Аврила. Ох, и намокся я за свою жизнь. Но пошло. Ну вот, снова дождь. Ты же хотела косы. Только если не дергать. Если не дергать, косы не получится. Тогда я не хочу. Ведьмак! Ведьмак! Карина, посмотри, кто пришел. Я не знал, что вы теперь живете вместе. Когда ты сказал, что мои кошмары наслала Сара, я решила проверить, так ли страшен дьявол, как его малюют. Пришла сюда, а здесь никакой не дьявол, а наша маленькая Сара. И не знаю почему, но мы сразу друг другу понравились. Давным-давно люди начали строить города, чтобы отгородиться от мира полного чудовищ. Они так никогда и не избавились от страха перед созданиями, которые могут скрываться по ту сторону каменных стен. На самом деле, не стены дают людям ощущение безопасности. Дом — это вовсе не то место, где можно закрыться на ключ. Чтобы найти настоящий дом, иногда приходится пройти долгий путь. А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. А как же? Ты мудак! Выродок! Бесполезный реликт прежних времен, который нужно сжечь, как засохшую ветку! Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? Да при чем здесь? Скольких, я спрашиваю? Есть над чем подумать. Глот-то наш проповедник здоров драть. А дунь на него, так он уже хвост поджимает. Пойдемте, люди. Тебе занятия не найти. Так что в корчме не безобразничай. Thank you.
замечательных природных условиях. Эй, ты! Я тебе говорю! В сапогах! Погоди, плотва! Я за этим братком аж до самого сада. И как? Ну чего еще? Я хочу увидеться с Розой Вар-Атре. Ого! Знал бы ты, чего я хочу. Барышня Роза не видится, с кем попала. Я Геральт из Ривии, ведьмак. Ну вот, как барышня Роза превратится в стрыгу, ее отец за тобой и пошлет. А пока тебе тут делать нечего. Честь имею. Ха-ха-ха-ха!
Все, хватит. Гнался я за этим братком аж до самого сада. Держись отсюда подальше. Ну чего еще? Роза Вара Трэ меня ожидает. Я должен учить ее фехтованию. Иди за мной. Барышня уже ждет. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже. Барышня Роза, та еще бестия. А как дорвется до клинка, не знаю. Деревянный возьми и смотри, барышню не повреди, а то господин посол озвереть изволит. За мной. Ты мой новый учитель? Ну-ну, в этот раз папа расстарался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. Гораздо лучше, чем предыдущий. На самом деле я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Я ведьмак. И я ищу... Ведьмак? Великолепно! Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Это так оригинально. Безмерно. Но позволь, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Но у
Между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлёстывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. Ну, сколько мне еще ждать? На что тебе два меча? Ты даже с одним не управляешься. Хватит бахвалиться! Дерись! Может, ты и не учитель фехтования, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает. О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивал о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Вар Атре. Главная склочница к югу от Яруги. Я, кажется, запутался. Не ты первый. Сейчас все объясню. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени. Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубадурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. Женщина, о которой вы говорили, она не из этих краев? Ну, помню, он восхвалял ее певучий коверский акцент. Это даже похоже на правду. Пару раз он назвал ее циранкой. В ковере такие чудные имена – обычное дело. Надо будет спросить у Золтана про эту циранку. Рад был с вами поговорить, но я должен вернуться к своим делам. Приятно познакомиться. Заходи еще. А как же наши уроки? Ты умеешь убеждать, госпожа, куда и когда я должен явиться? Давай завтра. Здесь же, в то же время. Договорились. До свидания, мастер-ведьмак.